Сегодня Наталья Комарова работает в Белграде. Программа у делегации Югры, которую возглавила губернатор, насыщенная. Здесь обсудят сотрудничество правительства Югры и сербского министерства в области добровольчества и некоммерческого сектора экономики, помощь проекту «Медиаэкспедиция. Победа одна на всех». Помимо этого, Наталья Комарова примет участие в конференции «Женщины-лидеры и устойчивое развитие». Сейчас в Белграде работает наша съемочная группа. О том, что уже успело произойти, по телефону расскажет Анна Шуркевич. Наталья Комарова работает в Белграде всего один день, но программа более чем обширная. Губернатор Югры сегодня подпишет соглашение с Министерством труда, занятости, социальных вопросов и по делам ветеранов Республики Сербия. С министром они обсудят пункты этого сотрудничества. Также сегодня запланирована встреча с председателем Народной скупщины. Здесь будет обсуждаться вопросы сотрудничества в социально-экономической сфере Югры и Сербии. Еще один пункт программы – это конференция «Женщина и семья». Наталья Комарова выступит с докладом, расскажет о мерах поддержки материнства и детства, которые оказываются в нашем регионе. Ну, а началась работа губернатора со встречи с послом Российской Федерации в Республике Сербия Александром Аркадьевичем Боцаном Харченко. Губернатор с послом обсудили поддержку нашего югорского проекта «Победа одна на всех», а также сотрудничество с Министерством труда, занятости в социальных вопросах и по делам ветеранов с Республикой Сербия. Анна Шуркевич, телерадиокомпания «Югра», Белград.